Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, торговый центр «Гринвич». А мы продолжаем получать новые шикарнейшие коллекции, которые рассчитаны не только на зимний период, но и, конечно, на демисезон. Этот жилет мы просто обязаны были показать. Длина у него идет где-то 65-70 сантиметров. Это все зависит от размера. На мне сейчас размер идет М-ка. Это где-то на 46-48. Но еще прошу обращать ваше внимание, что мы всегда работаем по меркам. А это объем груди, бедер и вашего стопа. Итак, спереди у нас идет соболь. Цвет лавандер. Это итальянское окрашение соболя, тонировка. И он смотрится просто великолепно. Также он напоминает нам такой цвет орех. Но на самом деле называется лавандер. Очень красиво раскрывается. У него ось идет потемнее, а подпух идет светлый. За счет этого, конечно же, смотрится шикарно. Дальше. Фабрика не экономит. Предупреждаю, что жилет двусторонний. Самое интересное впереди. Фабрика не экономит. И вовнутрь тоже ставится болек. Застегивается буквально стойкой, пожалуйста. Стойка высокая и нигде не сэкономлена. Дальше. Дизайнерская фишка. Это разработка итальянца. Что по боку, сбоку вернее, у нас идет вот такая вот стяжка, кулиска, да? И мы можем делать по стилю рубашки. Дальше. Я здесь распускаю. И фишка в том данного соболька, что жилетки вернее, что спереди у нас идет с вами удлинение. Сейчас достану кулису. А сзади идет на удлинение и по стилю бомбера. Я сейчас обязательно покажу. Кармашки слегка завышены по стилю кенгурушек. И если мы посмотрим, я специально беру второй жилет, то полностью итальянская ткань. Не шуршит, не гремит, очень мягкая, комфортная на ощупь. Она вся идет в простежке. Это ручная работа. Близко уже сильно подходить не буду, я думаю, достаточно. И она полностью простегана по рисунку. Наполнитель здесь идет немецкий. Это комфотерм, мы уже с вами знакомы. Очень теплый, невесомый. Но я считаю, что это половина шубы у нас идет практически. А жилеты сейчас очень-очень актуальны. Я расстегиваю. Данную модель мы можем, в общем-то, носить на две стороны. Я сейчас обязательно покажу по спине. Она по стилю бомбера, то есть мы не привязываемся к четким силуэтам. А данную модель, данный размер мы можем одеть на два. Это с учетом вашего объема груди, бедер и, конечно же, кроссовки. Шикарное изделие. Сейчас я его переворачиваю. Посмотрите, какая работа. И получается жилетка, но уже практически вся из плащевки. Тоже смотрится шикарно. Зашли где-то в расстегнутом виде, да. Посмотрите, карманы у нас идут двойные, то есть вот такие клапаны. В отделке соболь, да, полосочка такая у нас. Дальше соболек у нас проходит в области кроем и, конечно же, опять воротниковая зона. Ну и если вы расстегнулись, вся обортовка у вас тоже выполнена из соболя. Стильно, красиво, неординарно. Стоимость изделия для подписчиков с учетом скидки 195 тысяч. Я считаю, что это великолепная стоимость. Еще раз хочу показать легкость. Но она действительно теплая. Это вот прямо 100% шикарнейшее изделие. И практически у нас с вами получается под шубу. Очень удобная юбка, пожалуйста. Брюки, пожалуйста. Джинсы, пожалуйста. Любой стиль. Уги, спортивка, кроссовки, элегантный каблук, платье элегантное, длинное. Вы знаете, мне кажется, этот жилет, этот меховой жилет из соболя, он подойдет абсолютно любому образу. Ну, а мы, как всегда, будем ждать ваши мерки. Это объем груди, бедер и, конечно же, вашу кроссовку. Пожалуйста, прибавок никаких не надо. А эти два замечательных жилета, конечно же, будут радовать вас на долгие-долгие годы. И еще любое изделие, в частности даже и этот жилет, мы будем в общем, иметь возможность сшить по вашим меркам, предоставляя объем груди и бедер, срок ожидания дней 10-14. Поэтому все возможно. Я думаю, что этот жилет можно сшить на 42-й, на 44-й и до 54-го и даже 56-го размера.
Всего хорошего. А как всегда у Юрочки и Силя Олимпия.